Ну. Цель прогулки, кроме прогулки, конечно, на дальнюю пустынку, определить возраст серафимовской сосны. Ну, заодно посмотреть, как там дальняя пустынка поживает. Ну вот, уже близко. Выйдем на дорогу. Ну, сначала надо все-таки к сосне. Потом посмотрим все остальное. Ну, вот она, эта сосна. Сейчас разложимся и приступим к измерениям. Так, ну вот, что получилось, сейчас посмотрим. Где-то метка 220 и чуть-чуть до 230 не хватило. Ну, при точности плюс-минус где-то 5 лет или где-то, ну, в районе 10 лет ошибка. То есть где-то 220-230 лет этой сосне. Сейчас покажу. Что она выключилась, непонятно. Первая цифра – это возраст, вторая – диаметр. Все вроде грамотно сделано. Все точно. Это сосна помнит Серафима Сорожского. Первые кадры не очень получились, конечно.
изготовлены по данным из интернета. То есть можно верить. Ладно, что ж. Пошли посмотрим все остальное. Соровка. Это новый колодец. Старый был в другом месте. Сейчас посмотрим, где. Вот тут был колодец. Может, тот самый, а может быть, уже не последний. Вернее, не первый. Но, тем не менее, крест здесь все с чего-то установлен. А это вот остатки какой-то пещеры. Там была вырыта в этом доломитовом склоне. Там даже были следы огня. Она была довольно приличная. То есть туда как в качестве какой-нибудь кельи вполне подошла бы. Сейчас тут все обрушилось уже давно. Но это именно здесь было. Прошло все 50 лет.
Это не новодел. Где-то взяли такие петли. Железо ржавое. Ковка наполовину ручная. Ну, пойдем дальше. Посмотрим, что такое видно. Да. А вот на этом месте стоял крест 60 лет назад. И две березы. Теперь не оставалась одна сейчас. А может быть вот эта вот, имелось в виду, одна береза. Но еще вторая была, вторая не сохранилась. Да, ну, в общем-то, все равно и есть. Ну вот, в общем-то, и все.